Scum. Это игра, которая отвечает на вопрос, зачем шлепать гномиков. Шлепать гномиков в Scum полезно. Для того, чтобы шлепать гномиков, нам понадобится шлепалка. Делается из обычной доски, то есть берете топор, срубаете дерево, из дерева бревно перепускаете на доски, из доски вырезаете шлепалку. Также соблюдайте технику безопасности, обязательно надевайте рабочий шлем. И также нам понадобятся гномики, собственно. Для того, чтобы вызвать гномиков, нам необходимо найти в лесу лисички. Находятся лисички в хвойных лесах в предгорье, возле снега, но не в самом снегу. После того, как мы нашли лисички, мы их покушаем. Первая волна – ничего примечательного. На второй волне к нам прилетит ворон. Ворон, прилети к нам. Ворон, прилети к нам, сядь на плечо. К нам прилетит ворон. На третьей волне к нам придут гномики. Гномики очень полезны. Они безвредны. Они нас любят, сопровождают, радуются тому, что мы с ними. И они любят, когда мы их шлепаем. Берем в руки шлепалку и начинаем их шлепать. Они весело пищат. И при этом, обратите внимание на очки славы. Было 13, стало 14. 15. Можно шлепать от первого лица, там даже интересней. Когда мы перешлепаем всю партию гномиков, которая пришла первый раз, ждем следующую. Осталось у нас немного гномиков. Вот. Было, по-моему, там 12 или 13 сначала, сейчас 24. Шлепать гномиков в игре полезно. Шлепайте гномиков, ну и не забывайте соблюдать технику безопасности, надевайте каску и защитные очки. Хорошей игры!